Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії Борис Тодуров, лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, директор інституту серця Міністерства охорони здоров'я України і лауреат Всеукраїнської премії Гордість країни 2011 в номінації Лікар року. І людина, яка вперше 17 років тому пересадила серце. Я так знаю, що пацієнт досі живий, здоровий. Так, да, у нас поки два пацієнта, з тих, яких ми пересаджували, до сих пор живуть. Наше... Це величезне досягнення. Да, ну, і можна досягнення. сказати, величезний рівень професіоналізму. Ну, власне, от я вже сказала нашим глядачам, що ви були три роки тому в грудні на Сумщині, і ми тоді говорили з вами про програму Стопінфаркт, про посилення напряму кардіохірургії, взагалі роботи у сфері. Ну, якось попередження да профілактики захворювань серцево-судинної системи. От що за ці три роки помінялося, можете сказати на краще, на гірше? Була прийнята програма Стопінфаркт. її начали фінансувати, що саме основне. И за последние два года спасены сотни жизней сумчан благодаря тому, что появилось бюджетное финансирование, заработало отделение ангиографии в областном кардиодиспансере. И это стало доступным практически для всех пациентов, это стало бесплатным для пациентов. Собственно говоря, ради чего и открывалась эта программа, чтобы любому пациенту на остром инфаркте в нужный момент а времени всегда очень мало на остром инфаркте, всего два часа до стентирования. Сегодня каждый пациент может привести его скорая, и он получает бесплатное стентирование на... в тот момент, когда ему это необходимо. Ну, я, насколько знаю, в прошлом году были проблемы с закупками этих, ну, как сказать, да? И так само препаратов, которые э, растворяют тромбы, угу. да, вот Тромболитиков. Насколько сейчас ситуация поменялась или не поменялась? Была величезна критика с вашего боку в сторону Министерства охраны здоровья, что они втрачають час, а от этого теряем дуже величезну кількість людей. Вот в этом 2018 году мы только начали получать расходные материалы за 2016 год, а то, что было закуплено в 2017 году, мы пока еще даже не получали. То есть в общем-то, где-то с запозданием на полтора-два года к нам поступают те расходные материалы, которые закупает Москва. Так, що ситуація в іншу сторону сильно поки не поміялась. Ну От ви директор інституту серця, це нібито, ну, скажімо так, клініка столична, да? але вона збудована за європейськими стандартами, і у вас там дуже високі стандарти лікування, догляду за пацієнтом. Але от я читала, що подібні клініки в Європі фінансуються, ну, я не знаю, в першу чергу, можливо. У вас були проблеми з фінансуванням, взагалі от держава якось допомагає таким, таким інститутам, як ваш. У нас только закончила работу счетная палата. Была очень серьезная проверка трехмесячная. И они пришли к выводу, что наш институт профинансирован в этом году за счет бюджета только на 26%. То есть всего четвертая часть от необходимого. Поэтому ситуация не поменялась в лучшую сторону. В прошлом году эта цифра была 43%. То есть мы угу. в два раза меньше практически стали получать из бюджета. Но, тем не менее, мы работаем, мы делаем такое же количество операций, около 6 тысяч операций в год, внедряем новые технологии. Единственное, что нашим пациентам, конечно, приходится покупать расходные материалы. За свои гроши. Довольно, Но это скажем, суммы, по с теми, зарплаты в Украине, да? Да, конечно. Вот, на ваш Ну, не ти на ваш погляд, статистику, мабуть, ви знаєте, потреба от з того реально, що ви робите, і реальна потреба, от скільки людей зараз потребують Єсть, таких операцій. Є статистика. В середньому по країні потрібно робити около 140 тисяч операцій на серце, всі в місті центри, всі взяти в місті центри, роблять около 30 тисяч і 140. Тобто угу. ми сьогодні перед нашими пацієнтами в великому долгу. Коли згадати інтерв'ю. Пані Оляни Супрун, от вона акцентує увагу. Це ми зараз перейдемо вже до реформи, мабуть, в медичній сфері. Вона акцентує увагу на тому, що треба не стенти закупати, а робити профілактику, да і гіпотензивними засобами, ну, знижувати ризики інфарктів, там інсультів і таке інше. От як можна прокоментувати такі заяви, К і мабуть не... вже фінансування через це мале. К сожалению, даже в очень развитых странах, где проводится очень серьезная профилактика таких заболеваний, от инфаркта никто не застрахован. И количество инфарктов на 100 тысяч населения примерно такое же, как и у нас. Но там есть программа отдельного лечения инфаркта и есть программа отдельно диспансеризации и профилактики. В среднем в Украине случается около 50 тысяч инфарктов и это в год, и эта цифра не уменьшается. Как бы вы ни делали профилактику, атеросклероз лечить пока еще люди не научились абсолютно радикально, так как и онкологические заболевания. Как вы можете сделать профилактику ребенку, который уже в годик заболел лейкозом? Но о какой профилактике можно говорить? Поэтому это немножко манипуляция общественным мнением. Сначала давайте сделаем ту работу, которая нам положена, и будем лечить тех людей, которые уже заболели. А вторым этапом мы начнем проводить какие-то профилактические мероприятия. Потому что если у человека случился инфаркт, ему разговоры о профилактике не помогают. Ему может помочь только вовремя поставленный стенд. Причому це має бути безплатна, доступно і дуже быстро. Ну, якщо от взяти дійсно медичну реформу, на ваш погляд, робиться все так, як має бути, чи все таки реформа має бути якоюсь іншою, чим вона є зараз? Тому що дуже багато критики, але в той же момент говорять, є інша думка, що от критикують тому, що не хочуть втрачати налагоджені фінансові потоки і все інше. От як ви ставитесь до цього? У вас все-таки 30-річний досвід кардіохірурга, ви в медицині людина ну, не нова і не, не, скажу, не заїжджа, да? ви знаєте всі особливості. От як ви можете прокоментувати? Mm. Я чоловік академічний, я 20 років переработав в академічних інститутах. и э, я так понимаю что когда идет какая-то реформа должна быть цель задачи э, методы э, выполнения какие-то критерии оценки э, выводы и, и практические какие-то э, какой-то практический выход из этого нам никто не сказал цели реформы Такое впечатление сегодня, что целью реформы является экономия бюджетных средств. Сегодня все доклады, которые мы слышим из министерства, они не касаются того, сколько спасено жизней. Нам рапортуют о том, сколько сэкономлено бюджетных средств. На этой программе мы сэкономили, на этой программе мы сэкономили. Там мы не послали больных онкобольных за границу сэкономили какие-то миллионы. Какая конечная цель нашей реформы сегодня? Что мы хотим в конце построить? Вот сегодня эта реформа носит мозаичный характер. Какой-то эпизодический, мозаичный, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Какую модель мы сегодня строим? Нам говорят, мы строим английскую модель. Очень хорошо, давайте проанализируем английскую модель. А Англия входит в пятерку богатейших стран мира. Из своего огромного английского бюджета она тратит 13% бюджета на медицину. А у нас? И вместе с тем мы знаем, мы знаем, что тысячи англичан ждут в очереди на коронарографию, например, по полгода. Десятки тысяч англичан едут в Индию оперировать сердце, потому что в своей собственной стране за свой бюджет они ждут очень долго, они не могут ждать. Вот сегодня английская модель. Она не самая лучшая в Европе. Я бы, я бы сказал даже, может быть, одна из самых худших в Европе по, по обеспечению своих граждан. И мы вдруг берем со своими 2,8% украинского бюджета. И пытаемся построить английскую модель, очень дорогую, очень неэффективную и, и очень ненадежную, как, как, как оказала, показала практика. Для чего? Почему именно так? Почему нам сегодня спускают какие-то стандарты американские лечения? У нас нет американской аппаратуры, у нас нет американских лекарств. Наши студенты и медики не учились по американским стандартам. У нас нет американских больниц. У нас даже даже ну, и десятой части того оборудования нет, и той системы, и того софта, и всего остального. А нам вдруг спускают американские стандарты лечения. Ну, у нас вообще другой, другой уклад жизни, другие люди и ментальность. Поэтому говорить о том, что сегодня проводится какая-то реформа, ну я бы назвал это бутафорией честно признаться, я бы назвал это видимостью или вот каким-то туманом, который, который нам предлагают вместо нормальной реформы, которая бы была прикладная, которая бы э, начала бы работать в Украине. Почему бы не взять опыт Польши, которая прошла путь от постсоветской страны к настоящей европейской модели? Почему бы не взять э, формулу Эстонии или Латвии или Литвы? Э, модель реформирования медицины. Нет, почему-то нам предлагается английская модель, одна из самых неэффективных в Европе. Понимаете, и, и это насаждается, и, и, и этим бравируют, и на это идут какие-то огромные грантовые деньги, непонятно куда уходящие, и мы не видим результата э -э, этих всех вливаний. Поэтому не могу это пока назвать реформой. Даже та реформа первичного уровня, которая сейчас делается семейной медицины, э, для меня остается не очень понятной. Почему оплата семейному врачу идет за количество деклараций подписанных? Где конечный результат? Какую цель мы ставим в этой реформе? Подписать максимальное количество деклараций и заработать лечащему врачу там, на свой фоб максимальное количество денег? Или мы ставим все-таки задачи вылечить и сделать профилактику большему количеству людей? Сегодня задача такое впечатление ⁇ подписать максимальное количество деклараций. Потому что деньги идут не за больным, деньги идут за декларацией. Более того, если больной уходит с первичного звена на вторичное звено, за ним опять идут деньги. То есть семейному врачу сегодня... Не выгодно передавать невыгодно передавать его на второй уровень хронического больного, скажем, с ишемической болезнью сердца, которого надо было давно уже отдать на коронарографию сделать профилактическое какое-то стентирование или какое-то лечение, он его будет лечить до последнего у себя в амбулатории, естественно, не имея средств к тому, чтобы его вылечить радикально. И, будет, и у нас через 2-3 года появится огромное количество хронических больных, которые так и не попали на второй, на третий уровень, где они бы получили радикальную помощь. А их будут задерживать на первичном уровне, потому что это выгодно сегодня семейному врачу. Вот что мы сегодня пока получили. Ну, семейный врач начнем с того, что если мы говорим о сельской местности, выбачьте, перейду на украинскую мову, то половиной тысячи навіть, да, объехать и хворих, если нет машины, если нет в него, звичайного, там, навіть какого-то элементарного приладу, чтобы оценить стан его сердцево-судинной системы, вот какая эффективность будет? Даже мне сложно это комментировать. Я знаю, как работает семейная медицина в Германии. Я имею много друзей, семейных врачей, именно таких сельских. У них есть бесплатная машина, Volkswagen, Passat, у них бесплатный телефон, у них бесплатный бензин. Амбулатория, в которой они живут, они там живут, половина дома ⁇ это их жилье с их семьей, половина дома ⁇ их амбулатория. Они обслуживают около 4000 людей. Но у них есть транспортные средства, у них есть необходимая аптека, у них необходимое оборудование. Все это за счет государства обновляется постоянно. У них есть постоянная связь электронная с общей базой данных всех больных в Германии. И эта база защищена, в отличие от нашей, которую нам сегодня предлагают. То есть персональные данные очень защищены. И это работает. На время отпуска вместо этого врача присылают, государство присылает другого врача, который его заменяет. То есть нет провала в лечении. И э, им платят за количество проделанной работы не за количество подписанных деклараций. Угу. В Америке семейный врач получает за каждую манипуляцию отдельно. Он сделал эхо, получил за, э, за это оплату, сделал ЭКГ, получил оплату, сделал укол, получил за оплату, назначил препарат и получил оплату. Все это в электронном виде отправляется в страховую компанию за каждую манипуляцию человек получает. Он знает за, за что он получает деньги. За что сегодня получают деньги наши семейные врачи? Який критерій оценки їх ефективності? Ніхто не знає, поки вони отримують тільки за підписані декларації. Угу. Ну, згадаю слова нашого відомого психіатра Семена Глузмана, він назвав ці реформи команди Оляни Супрун театром абсурда в українському сполненні. Ну, а якщо, наприклад, пропустити, що все-таки вирішили дослухатись до думки професіоналів, і от якби вас, вам запропонували. Провести реформу, як ви її бачите, да? От що б ви почали. Зважаючи там те, що ви знаєте досвіди багатьох країн і ефективність медицини в цих країнах. Мені більше імпонує німецька модель, яку... Ну, uh, можливо, б її було запровадити в Україні. Так. Да, аналогічну модель провели в Польщі, аналогічну модель провели в республіках Прибалтики. Вони не ми. Страхова медицина працює вже багато відлично в Молдові. Сегодня Молдова имеет настоящую европейскую медицину. Грузия сегодня имеет европейскую медицину. Но у нас про это сейчас не говорят, про страховую медицину, не кажется. А зря. Это самый эффективный способ. Сегодня при нашем бюджете и при нашей задолженности по основным средствам, по оборудованию, по, по кадровому потенциалу, с тремя процентами из бюджета мы не догоним европейский уровень. Никогда не догоним. Мы все больше и больше отстаем, к сожалению. Для того, чтобы догнать и, и выровняться с Европой в уровне медицинского обслуживания, нам обязательно нужны альтернативные какие-то источники финансирования, не только бюджетные. Страховая медицина предоставляет такой альтернативный путь. Давайте оставим незащищенные слои населения наших пенсионеров и детей на государственном обеспечении. Все остальные могут перейти на страховую медицину, когда страховку выплачивает предприятие, либо сам работающий. Самый эффективный путь, и мы наполним тогда медицинский бюджет, и люди будут социально обеспечены, и они будут отвечать за свое здоровье. Когда человек платит за свою страховку, он отвечает за свое здоровье. А, а врачи, соответственно, будут получать за, за оказанные услуги, за количество операций, за качество этих операций. У страховой компании появятся критерии оценки той, той или иной клиники, того или иного врача. И страховая компания будет платить деньги только тем, кто качественно оказывает помощь. Тут же появляется контроль качества, тут же появляется контроль качества препаратов контроль работы и эффективности работы доктора, медсестры и в целом учреждения. Это складывается целая система эффективного управления целой отраслью. Сегодня контроля качества нет, контроля качества образования нет, контроля за оплатой, за услуги нет. Ну, каждый, каждый сегодня работает как хочет. И, и, конечно же, нет порядка. Там, где нет порядка, там мутная вода, в мутной воде можно ловить все, что угодно. Вот сегодня в этой мутной воде каждый ловит, что, что может. Да, пациенты залишаются в зарочной ситуации. И мы теряем, к сожалению, золотой фонд э, наших врачей, потому что самые лучшие, самые талантливые сегодня массово выезжают за рубеж. В вашей нашей, клинике також? Из нашей успешной клиники за последние два года уехало больше 10 врачей, лучших специалистов могу с уверенностью сказать, и будут дальше ехать. И, и каждый месяц мне кто-то объявляет, что он собрался уже и уезжает. И я ничего не могу с этим сделать. Зарплата 6-7 тысяч гривен, к сожалению, наших врачей не удерживает на рабочих местах. И никто об этом не говорит. Сегодня врача, зарплата врача всего на 10-15% отличается от зарплаты санитарки. Какой-то нонсенс, понимаете? У нас иногда санитарки зарабатывают больше, чем начинающий врач. Ну, а все-таки давайте поговоримо про вашу клініку. От зараз, ну не знаю, для мене от останнім часом я багато дивлюсь матеріалів про те, як ви у своїй клініці рятуєте неоперабельних раніше дітей маленьких, навіть от щойно народились і вже їм проводять дуже складні операції з ліквідації якихось пороків серця, якихось там корекцій. От розкажіть, будь ласка, ну наскільки це от важливо, що ми досягли вірніше, ви досягли такого рівня. Ну, наша клиника является не просто клиникой, мы научный центр, мы научное учреждение, поэтому нам, по сути, положено внедрять все самые современные технологии, которые появляются где-то на Западе. Так, два года назад мы начали имплантировать механические сердца. Сегодня мы занимаемся эндоваскулярной хирургией на уровне европейских клиник. Мы сотрудничаем с Мюнхеном, мы сотрудничаем с другими клиниками, с американскими клиниками. Практически сотрудники э -э, наши и сотрудники Мюнхенской клиники делают сегодня совместные операции, например, имплантация э -э, митральных клапанов, трансформации. операционной или по видеосвязи? Нет, у нас на нашей базе они приезжают к нам и делают такие операции. Это, это первые операции в Европе, которые сделаны по трансфеморальным катетерным имплантациям митральных клапанов. Мы начали программу недоношенных детей, то, чего раньше не было. Самый маленький ребенок, которого мы оперировали в своей клинике, весил всего 600 грамм. И мы уже оперировали врожденный порог. В этом году мы поставили своеобразный рекорд, не только для Украины, я думаю, для Европы в том числе. Мы прооперировали ребенка весом 900 с небольшим грамм, то есть до килограмма с гипоплазией дуги аорты. Это в литературе, в медицинской мы не встретили аналогичного случая. Это действительно большое достижение. И сразу после этого прооперировали еще ребенка весом килограмм 300 грамм. То есть мы действительно научились делать уникальные операции, выхаживать этих детей, и эти дети вырастают потом вполне полноценными. Без неврологічного полноценный полноценний соціально Этот фізично, вот, якого ми оперували, вже догнав практично своїх сверстників по вісу і відлично розвивається. Це дивовижні результати. Ну, я знаю, що до вашої клініки їздять оперуватися навіть пацієнти з Європи. Можливо, от дійсно, чи ціни менші тут у вас, да? чи все-таки вищий фах наших лікарів. Але я хочу запитати, от, взагалі. Коли я ви сказали, що двоє людей, яким ви присадили серця, зараз успішно працюють, нормальним живуть життям. Взагалі, от галузь трансплантологія. Ну, це вищий пілотаж, мабуть, в хірургії, да, особливо в кардіохірургії, але все-таки дуже багато наших пацієнтів їдуть за пересадкою органів в інші країни, тому що у нас ну, якийсь чи закон не такий про трансплантологію, чи в чому справа взагалі? К сожалению, закон не такий. мы очень просили сделать белорусский вариант закона о донорстве, и белорусский вариант предполагает, как и австрийский вариант, презумпцию согласия. То есть любой человек, взрослый, достигший совершеннолетия, если он не хочет быть донором после смерти, он может заявить об этом активно, зайти на сайт, например, там Министерства здравоохранения, заполнить определенную форму о том, что я не согласен с тем, чтобы у меня брали органы после смерти, и таким образом его права на то, чтобы не отдавать свои органы, сохранены. Если он умирает и не, дал такого, не сделал такого заявления, он автоматически становится донором органов для других пациентов. Этот закон работает в Беларуси. Беларусь после принятия этого закона 7 лет назад в 40 раз повысила количество пересадок. Исчезла очередь на диализ, исчезла очередь на пересадки сердца, печени. Они принимают много иностранцев. Сегодня пересадка сердца в Беларуси стоит от 100 до 120 тысяч долларов. Сегодня мы, люди, которые сделали 17-18 лет назад подобные операции, мы сегодня отправляем своих больных в Беларусь и кормим белорусскую медицину только потому, что не принят тот закон, который бы позволял нам полноценно работать. А принят закон опять с презумпцией несогласия. мы опять должны получать согласие либо э, людей при жизни, а люди у нас вы знаете, насколько ленивые, чтобы там пойти где-то официально что-то зарегистрировать, не либо опять же спрашивать разрешение у родственников. Таким образом приняли новый закон, но ничего не поменялось. Приняли новый закон, но в этом законе нет финансового подкрепления никакого. Какие-то деньги были выделены в этом году на трансплантологию, но они не были никуда потрачены, ни одно отделение не, не было укомплектовано. На сегодня ну, практически не сделано никаких конкретных шагов в сторону того, чтобы развивалась украинская трансплантология. К сожалению. Да, к сожалению. А... Я ще хочу запитати, от ви зараз, ну, верніше не зараз, ви раніше почали цю роботу, ви їздили в АТО, ну, операція об'єднаних сил це зараз називається, ви робите операції пораненим воїнам, також на серці, на судинах. От Що, що вас на це ну, як скажемо, стимулює? Ви можете Наверно. просто працювати в клініці, да, і от просто до вас приїхав пацієнт, але ви їдете туди і там спілкуєтесь з цими бійцями, і лікуєте їх. Мы были одни из первых волонтеров, которые начали ездить. И одна из первых поездок была еще на гору Карачун. Это был июль 2014 э, -го года, когда только началось наше наступательное движение, отвоевали Славянск, и только наши бойцы зашли на Карачун. Мы поехали их лечить и, и забирать раненых, и возить им и еду, и бронежилеты, и каски возили в свое время. В то время они еще нуждались в этом. И с тех пор мы продолжаем ездить так же, как и ездили. У нас такие волонтерские выезды. Последний был буквально две недели назад в Северодонецк, уже в Луганскую область. Мы лечим и гражданское население, и военных. Слава Богу, сейчас военная медицинская служба уже наладила свою работу, и уже нет такой потребности в волонтерах, как раньше. А вот гражданское население сейчас больше Требуют нашего вмешательства, потому что и Луганск, и Донецк с их кардиохирургическими центрами остались вне зоны наших подконтрольных территорий. И людям просто некуда ехать с этой территории, кроме как в столицу или в какие-то большие города. Вот мы приезжаем, смотрим там детей, взрослых, забираем их на операции, естественно, делаем какие-то преференции, льготы для них, понимая всю, всю сложность. А туда возим гуманитарную помощь по старой памяти, потому что до сих пор многие и военные части, и гражданские больницы нуждаются в такой помощи. Так что это какой-то, знаете, такой здоровый патриотизм. Мы никогда не брали в руки оружие, мы никогда никуда не стреляли, и не пытались там где-то на передовой что-то такое делать, это удел военных. А наше оружие та это скалпіль это и медикаменти, гуманітарне знання помощь. і уміле руки, да, да. Бориса Михайловичу. Професійні поради від кардіолога. Зараз шкідливих звичок дуже багато в людей. От все таки, як зберегти здорове серце? От люди палять там, вживають градусну або ці енергетичні напої. От можна можемо ми говорити про те, що сьогодні ну, рівень здоров'я, да, в плані серцево-судинному знижується в, в українців. Да, можем. Это связано с повышенным количеством стрессов, это связано с падением социального уровня жизни людей, у людей все меньше времени и желания уделять э, время и, и какие-то средства на свое здоровье, э, с ухудшением питания, с ухудшением качества питания. Э, мои советы очень просты. Первое, человеческий организм, как и машина, требует периодического техосмотра. Да? И э, этот техосмотр должен быть регулярным. То есть, человек должен прийти раз в полгода, может быть в год, после 40 лет особенно, э, на комплексное обследование. Анализы крови, анализы на онкомаркеры, э, эхокардиография, ЭКГ, посмотреть доплер сосудов, пос сделать э, осмотр э, онколога, осмотр гинеколога женщины, осмотр невропатолога, чтобы не пропустить какие-то основные заболевания. Но э, лечение это уже процесс, когда у тебя запущена когда болезнь. Уже проще это... делать профилактику. Поэтому тут советы еще проще. Ни в коем случае не курить. Одна выкуренная в день сигарета не может быть компенсирована никакими средствами лечения. Ну никакими. Это тот вред, который э, необратимый. Да? Одна сигарета, а люди выкуривают целыми пачками. Полноценный сон. Человек должен спать минимум 7 часов в сутки. Ложиться нужно в 10 часов вечера. Это, это самое здоровое время для того, чтобы выспаться и хотя бы там до 7 утра нужно нормально, полноценно поспать. Можно до 6. Но 7 часов это минимум. Обязательные физические нагрузки. Каждый день человек должен сделать там свои 6 километров как минимум. Как минимум. Лучше 7-8. Быстрым шагом. Да? Лучше, чтобы это была кардиологическая нагрузка одна в день полчаса, 35 минут, 45 минут. Это можно на дорожке или просто походить быстрым шагом, или позаниматься активно какой-то гимнастикой, порастягиваться и так далее. Из своего питания нужно исключить весь сахар и все сладкое. Конфеты, сиропы, пирожные, сахар в чай, сахар в кофе, мед и так далее. Это нездоровый продукт. Сахароза, фруктоза, и, и глюкоза должны быть полностью исключены из рациона, так же как и белый хлеб и, и желательно мучные изделия. Нужно кушать каши, нужно кушать больше овощей, нужно кушать белок в виде мяса, там, яиц и так далее. Это здоровая пища, и она должна быть полноценной. Избыточный вес. Номер один сегодня по, по росту заболеваемости: нужно следить за, за своим весом. Нужно считать свои калории. Если ты где-то сытно пообедал, значит, нужно пройти лишние 3 километра и потерять эти калории, чтобы у тебя это не откладывалось. Кушать после шести нежелательно, потому что все, что вы съедаете после шести, откладывается в ненужных местах. Собственно говоря, вот такие простые советы и, и, и в общем-то, очень простые к, к исполнению рекомендации. Нічого особенного. Так. Да. Ну, і все-таки, ми сьогодні говорили про багато різних проблем у медицині, про те, що лікарі наші, да, вже зневірившись, їдуть за кордони, лікують там уже не українців, а інших людей. От все-таки у вас більше оптимізму чи песимізм перемагає в тому, що буде з нами, з Україною, з медициною? Я, мабуть, якийсь патологічний оптиміст. Тому що, глядя на всю цю безнадігу, вокруг, что происходит, наверное, уже бы этот оптимизм нужно было потерять. Но я почему-то искренне верю в то, что такая страна, как Украина, с таким ресурсом, с таким кадровым потенциалом, с таким интеллектуальным потенциалом, ну, ну не может она пропасть. Ну, ну вот просто где-то интуитивно, на уровне своей хирургической интуиции, я чувствую, что будет возрождение. И этот момент вот 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 где-то он уже недалеко, он должен наступить при нашей жизни. Я своих детей не отправил за границу учиться и не отправил работать, хотя поверьте, была такая возможность. И внуков своих не хочу никуда отправлять. Я все-таки верю в нашу страну, в нашу любимую Украину, в ее природу замечательную, в ее людей, в ее ископаемые, в ее ресурсы и, и, думаю, и, и в нашу медицину тоже верю. И сам лечусь здесь в Украине, когда мне чего-то надо, я не еду за границу. Принципиально. Думаю, что все будет хорошо. Надо только чуть-чуть постараться и э, делать правильные выводы из истории своей. Надо больше читать, надо больше вникать и, и, и изучать, что уже было с нашей страной, чтобы не делать повторять прежние выводы. ошибки. Да. Дякую, Борисе Михайловичу, за вашу віру, за вашу роботу. Мабуть, від усіх жителів області дякую вам за те, що ви з візитами. Ви сьогодні проводили багато прийомів, я знаю. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашому ефірі працював Борис Тодуров, відомий в Україні і не тільки в Україні, кардіохірург, директор Київського інституту серця. Будьте здорові і залишайтесь на телеканалі АТВ.